Двойное ДТП произошло на одном участке в Петропавловске. 19-летний парень попал под колеса авто минувшей ночью. Водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода, когда тот переходил проезжую часть в неположенном месте. Смерть от удара наступила моментально, констатировали прибывшие медики. А через 20 минут в машину скорой врезался Мерседес. Пострадал 22-летний фельдшер. Водитель легковушки попытался скрыться с места, но его задержали полицейские. Водитель Mercedes-Benz 124 скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Факты ДТП зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 и статьи 345 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. В настоящее время полицейскими производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия окончательного процессуального решения. Идет дознание.